Продается дом от застройщика в Краснодарском крае, в Белорецком районе, в поселке Родники. Дом 95 квадратов. Находится на 5 сотках земли. Стоимость 4 миллиона 100. Дом продается от застройщика. Нету ни посредников, ни риэлторов. Кого заинтересует этот дом, внизу в описании будет номер телефона. Пишите на WhatsApp. Вот такая вот улица здесь. До школы где-то километр. До автобусной остановки метров 300. Это как переулочек. Основная улица вот через один дом. Сейчас сделаю обзор дома. Участок ровный. Дом построен на ленточном фундаменте. Залита монолитная плита. Сам дом сделан с газобетона и облицован вот таким вот кирпичом. Такого цвета. Вот такая вот крыша здесь. Застройщики делают все качественно. У них свой завод по изготовлению бетона. Вот такие вот они толщиной заливают отмостки. Не жалеют бетона. Вот смотрите. Фундамент глубиной 70-80 сантиметров. И вот сверху вот он. И монолитная плита где-то 15-20 сантиметров. Здесь вода со скважины. Забита скважина. Вот такой вот септик здесь. Вот он, септик. Здесь будут откатные ворота. Вот дальше там, в углу. Откатные ворота. Все будет, забор будет профлистом сделан. Все будет готово. Только в доме будет предчистовая отделка. Остальная отделка за отдельную плату. Вот здесь будут ворота маленькие. Калитка. Здесь откатные ворота будут. Заезд для автомобиля. Здесь можно со временем сделать навес. И ставить автомобиль. Выведена вода на улицу. Вот краник для полива огорода. Вот такой вот. Ровненький участок. Земля хорошая. Как я говорил, 5 соток земли. Здесь вот такая залита площадка. Можно беседку сделать или мангальную зону какую-то. С кухни выход на улицу, в сад. Вот такой вот. Вот дом построен вот с таких газоблоков или газобетон. Вот такой вот участочек. Сделаны водоотливы по всему дому. Сейчас зайдем внутрь, покажу, как внутри. Дом, как я говорил, 95 квадратных метров с предчистовой отделкой. Заходим внутрь. Так, вот такой вот коридорчик. Есть место, куда разместить шкаф-купе. Просторный коридор. И уже есть натяжные потолки матовые. Сначала пойдем направо. Тоже натяжные потолки. Радиаторы отопления. Выведен кабель
для ТВ и розетки. Розеточки внизу вот еще. Вот ровненькие такие стены. Ровный идеально пол. Так, идем в следующую комнату. Теплые полы только в коридоре, в маленьком, в большом, на кухне, в зале и в ванной комнате. В маленьких комнатках здесь теплых полов нету. Так, здесь как зал. Розеточки. Здесь теплый пол и радиаторы отопления. Выведена розетка для сплит-системы. Натяжной матовый потолок. Розеточки под телевизор и кабель телевизионный. Вот такие вот ровные стены. Не знаю, наверное, не видно на камеру, но идеально ровные. В этом доме залит армопояс. Строители, застройщики качественно делают армопояс между кирпичом и газобетоном, 3 сантиметра воздушная прослойка. Так что идем в другую комнату. Так, в этом были. Идем дальше. Здесь у нас ванная комната. Вот такая вот ванная комната. Со временем здесь новый хозяин покладет кафель и уже потом только натяжной потолок. Потому что натяжной потолок, он натягивается после укладки кафеля. Здесь теплый пол. Вот такая комната, это бойлерная. Можно сделать как гардеробную. Здесь забита скважина. Вот насос стоит. Вода на теплый пол. Газовый котел. Газовый котел хорошего качества. Дом газифицированный. Здесь вот даже выведена вода. Наверное, только холодный, потому что один вот. Здесь чисто так вот руки помыть может. Вот такая вот. Так, лаз наверх. На крышу. Тут лестница. Вот поддеваешь, она опускается. И можно залезть на второй, под крышу. Так, еще одна комната. Вот, просторная. Это у нас кухня-гостиная. Так, вот здесь можно разместить кухонный гарнитур. Там вытяжки. Вот розеточки. Здесь под холодную горячую воду. Розетка, ТВ кабель и на 220 подключение телевизора. Еще одна розеточка. Здесь радиатор отопления и теплые полы. Выведена розетка для сплит-системы. Натяжной матовый потолок с точечными светильниками. Люстру сам хозяин повесит, который купит этот дом. Здесь теплый пол. Идем дальше. Еще одна комната. Тоже просторная, большая комната. Радиатор отопления. Здесь теплого пола нету. Здесь, потому что здесь в спальне как кладут ламинат. Натяжные матовые потолки. Розеточки. Такие вот розеток во всем доме предостаточно. Еще вот одна. И также телевизионный кабель и кабель для розеточки. Раз 220. Так, значит, здесь комнат сколько? Раз,
два, три. Три комнаты и кухня-гостиная. Так что стоимость этого дома 400. Находится он в Белореченском районе, в поселке Родники Краснодарского края. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Кого заинтересует этот дом, номер телефона, звоните на WhatsApp. Кому заинтересует этот дом. Всем пока-пока.